Виталий покупался, все сушится. Банку Володя протирает, обработка. Виталий обрубает сучки, то есть погружаемся и уходим на Костровый или Симаковский. Вот все загрузили. Сережа, вот это вот, возьми ее кверху, привяжи хоть одну. А то очень опасно там. Любая остановка и шило воткнется. Вот этот столб. Конечно. Лопаты все положи, а это не годится так. Куда это? Она высунулась в кабину. Ну. В первую очередь ты пострадаешь. Я думаю так. Ну вот, все. Закончили. Думал до обеда вчера закончить. Пришлось сутки почти с лишним быть. Сутки, да еще сегодня. Сейчас сколько время? У меня нет часов. Сейчас скажу. Без 20:11. Все. Едем сейчас и оттуда возвращаемся домой. На Костровый. Чтобы определить, что нам брать на понедельник. Влади, на второй мостик нам нечего делать. Первый мостик мы обделали как надо. Оформили. Рыжковский в порядке. Остался храмовый и лагерный. Там много напилено разных этих деревьев. Чурки надо вытаскивать. Вот так. Складывайте. Все, Володя. Она все, я ее почистил, хорошо, я поставлю.